Всем привет, дорогие друзья! Итак, у нас сегодня очередной крутой результат. Александр, расскажите, пожалуйста, о себе. Здравствуйте, всем, меня зовут Александр. Я 4 месяца, нет, извиняюсь, 3 месяца занимался в Академии King's Academy, готовился к IELTS, к сдаче IELTS, и, в общем, совсем недавно успешно его сдал, получил ожидаемый, даже выше, чем ожидаемый результат, восьмерку. Вот, также благодаря моему преподавателю мистеру Акмалю, который внес очень большой вклад в, скажем так, в улучшение моих показателей. Вот, и хотел бы передать вам большой привет. Хорошо. Какой балл вы получили, напомните, пожалуйста? 8. Хорошо. Что нужно сделать, чтобы получить такой классный балл? Вы знаете, я бы сравнил это, наверное, с работой в тренажерном зале. Когда ты первый день приходишь, смотришь на штангу 100 килограмм, думаешь, это невозможная задача. Вот. IELTS — это и есть эта штанга. И потом ты начинаешь тренироваться, практиковаться с нужными, правильными людьми. Вот. И в какой-то момент ты просто ощущаешь, что ты готов, и идешь, поднимаешь эту штангу. Очень крутой ответ, спасибо. Хорошо, с каким типом заданий у вас были наибольшие сложности, и как вы их решили? Знаете, самый, наверное, такой сложный момент был после ридинга, потому что ты в постоянном фокусе находишься уже полтора часа. И когда начинается writing, у тебя немножко рассеивается внимание, вот, и было немножко трудно сконцентрироваться. Вот. Как я это преодолел? Нужно следить за всегда, не терять счет времени. То есть нужно как это, тайм-менеджмент. Очень модное слово. Распределить правильно время, то есть там два задания, и очень важно не зацикливаться на одном. То есть если чувствуешь трудности, переходи ко второму, потом вернешься. Вот. То же самое по остальным модулям. Не зацикливайся на одном вопросе, старайся двигаться со временем, а потом в оставшееся время уже проблематичные вопросы можно будет решить, да. Отлично, хорошо. И можете напоследок рассказать немного о своем учителе, мистере Акмале? Ну, что могу сказать о мистере Акмале? Великолепный преподаватель, очень такой четкий, с юмором, всегда разбавлял, скажем так, обстановку. Очень крутыми техниками IELTS владеет, которыми он с нами поделился, особенно reading, ну, он, наверное, знает. Вот, очень рекомендую этого преподавателя для вашей подготовки. Да. Спасибо большое вам, Александр. Спасибо. Друзья, за такими крутыми результатами только в King's Academy.